Подождите, подождите, сейчас разберется, разобрался. Жаворонки. Они сейчас, видишь, тоже стаю собираются, сидят кучей. Я помогу. Не-не, он же не стоит по нему, он просто обозначает их. Сейчас вот стал проходить мимо. Вот тут он так с интересом приостанавливался. И место такое вот дупелиное здесь. Наскочил опять на параллели. То есть ошибка, связанная... Это даже не ошибка считается для собаки. Потому что он физически не мог прищурить птицу. Давайте за мной, не тупите, не стойте. Бывает, птичка сидит не по маршруту, на краях. Ну, крылья, как вот собака проходит. И все не в тему. Нет, это хороший широкий поиск. Мы-то стоим. Для того собака и нужна, чтобы она обследовала, как сканер, все поле. Ну, там был какой-то запашок, видать.